Здрасте! Эй, Мэгги! Что? Там радиодемон за дверью стоит! Что? Кто? Что мне делать-то? Ну, как бы не впускать его! Теперь сказать можно? Можно. Элластер, это такая честь познакомиться с тобой, дорогуша. Извини за столь неожиданный визит, но я недавно видел твою фиаско на шоу. И я просто не смог устоять. Вот это перформанс! Не развлекался так со времени была рынка в 1929-м. Сколько же было бедня? А ну-ка, стоять! Я знаю, что ты затеял. И не позволю тебе хоть кому-то здесь навредить. Ты дрянной говорящее шоу, говнолорд. Если бы я и хотел тут кому-то навредить, то я бы давно так и сделал. Но нет, я пришел, потому что хочу помочь.